Сегодня утром я очень интересный закон сегодня учил, что если утром была, например, молитва понедельник, четверг, не было Сефар Торо, потому что не хватило 10 человек, иногда бывает, что меня нет в синагоге. Как вы знаете, понедельник, четверг читать с миньяном Сефар Торо – это очень большая мицва. Вопрос, если можно это сделать на Минхои. Например, утром не был миньян, Минхо пришли, вдруг попало 10 человек, пришел гость откуда-то, и вдруг не 9, а 10 стало. Можно на Минхои вытащить Сефар Торо и прочитать Сефар? Потому что утром не прочитали. В книге Раба Шломо Мазуз в своей книге пишет, что если миньяна не было утром, и вдруг в понедельник или четверг попал миньян, тогда можно днем вытащить Сефар Торо, и трое его читают. Но вопрос, который он не ответил 100%, это в шаббат утром миньяна не было, где 7 человек выходит на Сефар. А на Минхои мы вычитали Абран Сефар, субботу вечером у нас Сефар. Можно сделать 7 человек или нет? Он говорит, что понедельник 4 вопросов нет, можно читать на Минхои 3, вычитать Сефар, прочитать и так далее. Но на Шаббат это под вопрос почему? Потому что Шаббат утром 7 человек выходит, а на Минхои только выходит трое. Вопрос, если можно это сделать 7 или оставить на 3 или нет. Но понедельник 4 вот вопросов нет. Можно, если утром Сефар не вычили, и на Минхо стало 10 человек, можно вычить Сефар Торо, и прочитать Сефар, в этой, которая это неделя Сефар, это автора, параша.